позитивно то, что сейчас ужин нам принесет. Это же самое позитивное всегда из наших новостей. Ты снимаешь уже? Всем привет! Привет, Перископ! Скоро мы заведем новую жизнь, называется Snapchat. Я уже у них спрашивала, они говорят, что Snapchat не такой популярный. Ну ничего, мы раскачаем его. Да? И он не популярный, потому что мы им еще не пользовались никогда. Что ты пьешь? Мама. Что я пью? Что ты пьешь? Это мартини с чем? Это не мартини, зай. Нет. Это passion fruit. Кое с чем? С мартини. Нет. Спорим. Хабибти. 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 Look at me. With martini. No babies. Look at this beautiful girl. She's stunning. Amazing, breathtaking. If you girls, sorry, мы сейчас сидим в отеле Жорж Санг, пришли выпить, ну кто чай, кто беллини, а кто passion. Кто Passion Fruit Martini, и они наивно полагают, что Passion Fruit Martini – это Passion Fruit с мартини. Они не знают, что вообще-то это Passion Fruit с водкой. Ну все, значит, отказались, считай, без алкоголя. Отказались от напитка. Нет, а я попросила тебе Virgin сделать. Мы декларируем, что это с мартини. Попроси вернуть деньги за коктейль. А город какой? Это значит, к черту подробности. Какой город? Мы в Париже. Сейчас здесь проходит неделя моды, кутюр. Здесь очень интересно. У нас практически нет времени ни на что, потому что постоянно какие-то показы, встречи. Мы постоянно едим. Есть просто наше хобби. Hello, princess. Hi. Надеюсь, сегодня без гипноза. Это вот так? Вот так я вас гипнотизирую? Не спите. А вы? Je m'appelle Victoria. Вот Хабибти сидит моя. Здоровья! Яша! Москва! Вам нравится она? Крутая, да? I love Moscow. Это арабская принцесса. Because Russia, you have a girl like her. Вы поняли? Она любит Россию, потому что у вас есть я. А? А? Понятно? У меня миссия международная, да, видите, это моя арабская sister, моя. Now we're saying, only for... We're saying what? They are saying, they're asking now. Ah, really? Yes. Ah, this is different. Yes, it's different. It's not, it's not. The heart. It's, they, it likes. Really? Yes, can imagine, they, and when I'm sure... I like. I like. Давайте лайки арабской нашей принцессе поставьте. I want to be Russian. Can imagine how many likes. Wow, well, that's why I said, well, you know, it's very nice, like yes, a heart. Yes, it's nice when very the nice. People love you because you are a good person. They, you are a nice person. They're sending like a good vibe. Amazing, really. Wow. Oh, I love them. I will stop it. Она меня пытается подсадить на снап, потому что в арабских странах больше снап развит. Но, а я ее пытаюсь подсадить на перископ. Так, Вика, любишь меня? Конечно, я вас всех люблю. Я вас очень всех люблю. Опять еда? Сейчас приносят просто тарелку с сыром, и они друг на друга. It's for her. No, it's for her. No, nobody it's would like to be truthful with themselves. That this is for us, for everybody. Так, на чем катаетесь по Парижу? На большой машине.
Сегодня даже на Uber катались, потому что... Почему мы на Uber катали? А, потому что иногда мы берем от отеля машину, а иногда на Uber. Я Uber никогда не пользуюсь, но в Париже вот иногда пользуемся. Наверное, у вас есть спонсор. Кто же он? Кто этот человек? Султан Брунея. Султан Брунея, наверное. Хабибти. Хабибти. Your girls are here. Yeah? Madam? You're back here? Miss you today. Why you stay in this hotel? You're all the time here. No, I'm always here. That's why. I stayed here. They didn't give you. They said they don't want. Next time, tell me. I made reservation for all my friends. I didn't know. You know, I was thinking to move tomorrow. Tomorrow's last day. We're leaving. I'm leaving Thursday. I'm better at home than last. Yeah. Chanel went to Armani. Yeah? Yeah. Very beautiful woman came to our table. Invited for dinner. Yeah? Yeah. What did you do today? We going to, what's the name of the restaurant? Victoria. It's in front of the Arc. It's Lark. Ah, okay. Nice. I never been there. Joy. Yeah, Habibti. I even forgot to message Katya. Ah, you will come or no? I doubt. Because my sister is coming tomorrow. Mamula. My friends are coming tomorrow morning. Say hi. Yeah. Красивая мама у меня. Скажите, красивая. А что вам объяснить? Ребята, я нахожусь в Париже. На неделе моды кутюрной. Мы сейчас были на презентации у одного из самых крутых ливанских дизайнеров Рами Кади. Я вам делала трансляцию. Вот. Молодая мама, да, мама самая лучшая. И мы сейчас сидим в Жерсанг и пьем чай, болтаем. И скоро пойдем на ужин. Что барышня нам говорит? Барышня говорит, что все хорошо. Так, выше камеру, вот так. Спасибо большое, привет из Стамбула. Благодарю. Мне нравится, сколько любви вы мне посылаете, столько сердечек, здорово. Мама как подружка, так мама и есть подружка. Вика, подпишитесь на меня. Окей, let's do. Now snap, сейчас она сделает снап, как вы лайкаете. Really, how сейчас нужно постараться, чтобы люди из Снапа поняли. Look, this is something like Snap. What it's called? It's a periscope. Periscope. It's amazing. Just look the likes she yes. take. Look how just many like likes we heart, have. Heart, heart, oops. But Snap и только 10 секунд. А Periscope это можно делать бесконечно. Маму зовут Ирина. Про что она? Она про то, что она показывает своим, у нее много подписчиков в Снапчате. Она показывает мой перископ, как вы мне ставите лайки. Вы с мамой красотка. Спасибо. One more? شوف هذا برنامج اسمه what's the name sorry? Periscope. Periscope. هذا برنامج جديد مش جديد هو قديم بس شوفوا واحد لما ينطي لايكات شوف شو قد حلو. حلو. خلاص. Мама невероятная, да, это правда, мама очень красивая. فحبيت لما واحد يسوي لايك شوفوا شلون جاي يطلع. يعني هاي كمية العالم اللي جاي تسوي لها لايك. راح أحط لكم الاسم. Add her. حبيبتي ما ياري. Разговорилась. Блин, Ирина очень красивая. Маме привет от Юрия Пикула из Краснодара. Ты знаешь такого? Hello. То есть все время здесь вот мы сидим и встречаем огромное количество всяких людей, знакомых. Все тусуются, все из разных стран прилетают. Кто-то из Америки, кто-то из Лондона, кто-то из Дубая, кто-то из Парижа. Такая интернациональная. Покажите маму. Мама! Скажи привет! Привет, Мариска! Марина! Я не готова сегодня к эфиру. Почему? В образе я сегодня. Привет Ирине! Маме зять не нужен? Хороший? Марин, моей зять? Маме нужен зять? Мне кажется, уже не нет. Не дать, не взять? Не нужен, да? Мам, тебе нужен зять? Поздно, поздно. Хороший. А не поздно еще думаешь?
никогда. It's never too late. Вот такие мы. Привет, Ирина. Очень хороший зять. Кто-то тебе пишет. Ну, отправьте резюме. На рассмотрение. На каких показах планируете быть? Вот честно вам скажу, мы планировали быть на многих, а в итоге вместо этого то гуляем, то на колесе обозрения катаемся, то спим. Она сегодня классно выглядела, твоя. Вика, ты работаешь моделью? Да, иногда работаю. Вон мама. Вон Хабибти стоит, другой Хабибти. Не поздно, не поздно. Резюме отправишь? Отправляй. А вот здесь сыр. Что мы кушаем? Того. Вот тут кушаем мы сыр, чай пьем и так далее. Мама на фотках в Инстаграм? Да, мама красотка. Сразу, как только тебя показываю, сразу много лайков. По-моему, какой модный идет, видите? Ну-ка еще раз. Моя мамуля посылает вам поцелуй. Вы должны ей миллиард поцелуев послать. Кто мой любимый игрок в РФПЛ? А, у меня есть любимый игрок в РФПЛ. Но вы имеете в виду... Нет, их несколько, кстати. Вы же не только русских имеете в виду, да? Сыр вечером я не ем. Вообще никто его не ест. Мы его для антуража заказали. Сифини. Сифини, we need you. That's it. Now? You just opened this now? Not now. No, I'm doing it from time to time. Oh, okay, so you have. Не только русские, а из разных игроков. Не знаю, я вам не знаю. Я боюсь говорить, потому что я про какого футболиста что не скажу, сразу мне начинают его приписывать. Я лучше буду молчать. Все, я не усну. И спи. Так, как найти Ирину? Так вот она, что ее искать. Как найти Ирину, говорят. Не знаю, где-то хотят найти тебя, мам. Из сборной кто? Искать? Снимайте видео про моду. Хорошо. У меня, кстати, много видео, я его в Инстаграме никак не выложу. Тут времени постоянно нет просто. Что, Эсма, what's the name? Перископ. Перископ. Марина Шоу. А, что за помада? О, подсветка? Hi, hi, Snap. You know, we are trying to understand what is better, Snap or Periscope. I have a lot of likes. Put what's the name, Periscope? I put your name like this. Мам, можешь сейчас подержать пока? Я сделаю. So I need to the program, right? Write the name, then and my name, right? Yeah. I don't want to eat anymore. You have to. But in Instagram, it's safe. But listen, all those videos that you I can't save them. You save them? I can, but I don't save them. Because, do you have any video with me saved? It's gone, right? For example, this one. Possible to send me or not? Which one do you want? This one or the other one? Well, I want both. Only one. Just likes. It's nice. This one is nice, and where I was doing like this, it was also nice. Ну что там, мам? Что по перископу? Что там? Что по перископу? Окей, guys. Расскажите, где найти завидного жениха в Санкт-Петербурге? Ха-ха-ха. Откуда же я знаю? У Мару крутой Инстаграм, пишет. Да, у Мару, кстати, покруче, чем у меня в некоторых вопросах Инстаграм. Потому что она может то выкладывать, что я не могу. Привет! А ты закрыла опять Инстаграм свой? Нет. Кстати, у Хабибти тоже Инстаграм есть. Хабибти, I love you all.
Она вас любит. Она вас любит. Видите, какая хорошая. Хорошо. She's sending you love. Она вам посылает любовь. Look how many hearts you have. Really? Baby. Wow. So beautiful. It's nice. People love you, really. I like it. And they love you. Yeah. They love you more. They just know me. And now they know you and they know this is the life. Open horoscope. Перископ. А она тоже откроет перископ. Я еще одно обратила в нашу веру. А я, извините, честно говоря, сейчас не помню, кто там играет. А, что-то я хотела вас спросить. Will you stop eating? А, про Мару я хотела спросить. Телескоп. They are making a joke, the way how you pronounce. Она говорит, перестань кушать, мы сейчас на ужин пойдем. Как будет ее ник в перископе, я вам скажу обязательно. Мы часто с ней вместе, поэтому я вам... Вы секси. Спасибо большое. Мару разошлась, смотрите. Так я покушала. Хабибти Мару говорит, Хабибти, хватит, you're very busy. Хватит. Она говорит, не кушай, мы сейчас на ужин пойдем. Покушай, я говорю, ты не переживай, я покушаю здесь, покушай на ужине. Я не оставлю тебя без компании. Я утром просто побегаю еще. Вика, угости едой, да с удовольствием. Я вам могу отправить миллион еды. Чем, с сыром или орехами? Мы не бухаем, я чай пью. Рабочая улыбка у вас? Что это значит? Это что-то плохое значит? Дежурная у нас улыбка. Дежурная? Дежурная? Нет, у меня естественная. Смотри, как там красиво. Видите? Неудобно просто. Да, вот там очень красиво. Но мне не очень удобно, знаешь, ходить в мальчик, где люди сидят. И как бы, ну, не уверена, что это правильно. Очень красиво. Постельная трансляция перед сном. Вам понравилось? Хабибти очень красиво. Хабибти is very beautiful. Salam from Ingushetia. Wow. Do you know where Ingushetia is? No. Она не знает, где Ingushetia. I like. You like Ingushetia? Like, yeah. Хабибти like Ingushetia. She's already liked. And Ingushetia love you back. Thank you. Намасти. Намасти. Шухран. Крутая, да, вообще? Let's sit and talk. Bye-bye. See you guys. 1,500 people just... Wow, how nice. Very nice. Okay, guys. Все, мы пошли на ужин. Мы вас целуем. Желаю вам хорошего вечера. Sure, I will take her from you guys. I'm sorry, but I have to. Yes, you have to.